И снова здравствуйте, всем привет. Итак, в этом ролике давайте разберем самый простой способ для обводки персонажа. Как вот в таком мультфильме, допустим, все это дело сделано. Смотрим картинку. И перед тем, как показать, как это дело все там устроено, хотелось бы обратиться, значит, к подписчикам и тем, кто смотрит канал, попадает иногда на него, там кому-то, возможно, помогает, значит, вот эта информация, которая за 6 лет была собрана, опробована на ноутбуке, да, на одном, на втором. Один крякнул, второй крякнул. Этот еще у меня пока держится, но уже что-то трещит, что-то там в нем уже нагревается. И, по-моему, ненадолго его должно хватить. Дай бог, хотя бы до конца года, чтобы дотянул. Ну, глобальное что-то я на нем уже не буду, конечно, делать, буду как бы беречь. Есть у меня определенная сумма, но не вытягиваю я сейчас ПК купить, хотя он мне вот так по шею горит. Очень хотелось бы, значит, доделать мультфильм, сделать более глобальные сцены, попробовать все это дело включить свет, окружение, вот эти все настройки и все это дело зарендерить, потом смонтировать, но пока, значит, стопор, повторюсь, да. Если кто-то искренне захочет помочь, пожалуйста, ссылка на карту будет в описании под видео. Кто чем может? Не принципиально, но это чисто от души. Если есть возможность, или даже главное желание и возможность, чтобы вместе как бы шли, да? Так, ну вот такая у меня просьба. Потом, если я говорю, когда я сделаю там короткометражный мультфильм какой-то, или полную такую сцену, да, вот, допустим, доделаю «Дикий Запад», вдруг вытяну, да, то там будет уже все, кто помог, значит, с появлением этого мультфильма, с ПК, значит, будут там в ленте перед и в конце, значит, мультфильма. Ну, вот что хотелось бы сказать, не умею я вот это вот дело делать, но, ну, край уже, говорю, ну, просто, ну, не вытягиваю. Сменил два ноутбука. Один у меня, как вы помните, я рассказывал, что очень от рендеров сгорел. Старый тоже долго держался, но уже стал как телевизор, больше ничего в него не влазит, кроме фильмов. Ну вот Honor еще держится. Так, отступление, погнали дальше. Самая интересная тема. Вы не представляете, как я был рад, когда мы с другом, значит, разобрались, как это все дело сделано. Я очень много искал эту информацию, и, значит, Grease Pencil — это очень тяжеловато, проблемно, да, она следит только обводка в момент, куда смоет камера. Потом другой вариант, который я показывал, значит, в Robinson Crusoe, это очень тяжеловато для, значит, видеокарты, даже с одним персонажем, а если всю сцену, это вообще будет бомба. Вот это, значит, самый легкий вариант. Давайте рассматривать. Так, выбираем. Так, я пока кости аж скрою. И смотрите. Так, есть у нас вот персонаж. Вот. Бац. Решил на зайце. Да, можно было, конечно, Мортона взять. Там это, ну нет, заяц. Выбираем, значит, зайца. Что мы делаем? Мы заходим в материалы. Добавляем новый материал. New. Вот оно, да. Заходим, значит, в шейдинги, вот сюда. Вот это все дело, смотрите. Принцип BDSF, вот этот BDSF удаляем и добавляем эмиссию. Так, Shift, так, и пишем. Эмиссия. Emission. Подключаем Emission к Surface и ставим цвет черный. Бамс, все. Это у нас настроен, повторюсь, вот этот нижний материал. Вот он. Следом на него что ставим? Включаем Bug Face Cooling. Вот это обязательно. Без него работать не будет. Следом заходим в настройки, значит, модификаторы. И в модификаторах добавляем Solidify. Вот он. Так, на Solidify устанавливаем. Внимательно. Так, вот это я все дело сейчас вам расширю. Так. Что у нас тут получается? Simplify и вот этот Rinse Offset. Так, ставим 0,4 метра, четверочка, Enter.
Здесь оставляем минус вот эту вот единицу, тысячу, да. Fill включен, потом включаем материалы. В материалах ставим по единичке и в normal ставим fill. И вот такая получилась обводка. Шикардос. Давайте посмотрим ее вот так вот. Вот это тело. Если мы сейчас скроем H нашего вот эту шмотку, то можно прибавить, сделать обводку еще больше. Ну, думаю, больше она не нужна. Видите, со всех сторон она смотрится нормально. И она легкая. Видите, она вообще ничего не весит и не тормозит компьютер. И значит, по рендеру, так, 0, если мы сейчас сделаем вот этот рендер, так, выбираем камеру Shift-F. Давайте немножко скорости колесиком прибавим. И какую-нибудь часть, допустим, вот возьмем, чтобы, ну, видно было. Вот так. И сделаем рендер, рендер image. Ждем. Видите, обводка включена, просто куртка еще появилась. Все, в принципе, шикарно. И вот конечный результат. Сейчас я вам покажу, когда вы на все вот это вот, на уши, на шляпу, допустим, ну, как, я не знаю, какой будет у вас персонаж. Словом, вы на все вот эти детали устанавливаете или не на все, сами смотрите. Вот шляпу можно, допустим, не обводить. Глаза, возможно, не обводить. Потом, возможно, какие-то другие детали обвести, какие-то нет, которые у вас имеются. И в результате получается вот такой вот эффект. Давайте какую-нибудь позу ему. Опа. Ну, согласитесь, да? Четко. Все это дело можно, конечно, потом экспериментировать, еще больше добавлять, где-то возможно, появится больше, где-то меньше сделать. Но в принципе, для мультфильма, для какой-нибудь... Да вот, кстати, гляньте, офигенно выглядит. Представьте, если это все еще будет на фоне, допустим, какой-то локации, там какие-то поля, грибочки, и это все будет тоже обведено. Это будет смотреться бомбовски. Если еще настроить шерсть ему сюда, допустим, где-то там на голову, там чуть-чуть на руки, да, настроить, ну, так он как рисованный получается. Я думаю, что большие текстуры такие сверхъестественные я бы сюда уже не делал бы. Я его специально и раскрашивал так вот, в таких тонах, чтобы он был именно по цвету карандаша или, допустим, угля. Вот так вот. Ну вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.